Бал для школьной элиты. В Чебоксарах собрали вместе самых талантливых и умных выпускников. В их аттестатах только отличные оценки. Позади экзамены, впереди новая ступень. Скоро в их руках появятся студенческие билеты. А пока есть время, чтобы отдохнуть и станцевать настоящий вальс. На празднике лучших из лучших побывал и мой коллега Дмитрий Ковалев. Самых лучших выпускников столицы встречают не хуже голливудских звезд под звуки оркестра. К этому вечеру они готовились долго. Умники в строгих костюмах, умницы в шикарных платьях. Кавалеры приглашают дам на вальс. Этот танец запомнится им на всю жизнь. Вспоминают о школьных годах, прощаются с родными учителями и одноклассниками. Впрочем, на лицах выпускников нет ни следа грусти. Дверь детства закрыта навсегда. Перед ними теперь открыты взрослые дороги. Они готовы преодолеть самый извилистый путь. Каждый год столичные власти приглашают отличников на бал. Но героями этого вечера становятся победители Олимпиады и те, кто набрал на экзаменах все 100 баллов. Вот она, десятка лучших. Многие из них уже задумались поступать в московские вузы. Либо на международные отношения, зарубежное любиноведение, либо международные экономические отношения, либо востоковедение. А без усилий тут ничего не добьешься. Медалистов и их родителей власти наградили ценными подарками. Глава города отметил, что в родном регионе для них будут всегда открыты все двери. Тем более, что в республике открываются новые заводы. Впрочем, их ближайшие планы не такие глобальные. Впереди школьные балы. Наряды еще пригодятся. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.